Всем привет! Добрый вечер, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Здравствуйте, брат. Вау, как много народу вообще. Как настроение? Кто подписчики Владимира Солдатова сразу? Давайте. Супер, привет. Я так и знал, что мы переманим кого-нибудь. Как настроение у вас, друзья мои? Расскажите, пожалуйста. Я очень гудю. А как сделать, чтобы я перестал гудеть? Гудеть. Хе-хе-хей. Воу. Ха. Хей. Е. Я все еще буду гудеть, да? Нет, не буду. Не буду. Супер. Друзья, мы обычно начинаем сразу с лепестка, и потом, типа, я разговариваю, но мы решили сегодня, что мы с вами чуть пообщаемся. Вот, во-первых, сегодня несколько очень важных людей присутствуют. Во-первых, сегодня присутствует моя мама. Где ты? Да. Вот. Она там с краю сидит, да, так что ведите себя прилично, пожалуйста. Вот, во-вторых, у нас сегодня в гостях очень крутой саунд-продюсер, крутой чувак и вообще чувак, очень молодежно, да, спасибо. Очень крутой парень Гера Багиров, давайте ему похлопаем, пожалуйста. Йо! У нас сегодня будет пару композиций, которых мы написали вместе с Герой, и они прям кайф. Вот, ну и мои ребята, давайте им тоже сразу заранее, пожалуйста, похлопаем. Отдельно, пожалуйста, ребята, которых будет очень громко слышно, это «Эхо улиц», ребята. Наша замечательная вокалистка Валерия. Басист Александр. Барабанщик Денис. Вот, тоже молодой человек присутствует. И, конечно же, как бы тебя... Как бы тебя? Меня зовут Степа, всем привет. Да, это Степа. Что сегодня будет происходить? Сегодня будет часть каверов, которые вам все нравятся, часть какого-то нового материала, часть музыкальных экспериментов. В прошлый раз, когда мы выступали в тоннах, на нас ругались, что мы типа там не очень долго выступали, поэтому 18 песен нахрен, вот вам. Вот вам за все вообще. Мы сегодня отсюда не уйдем. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что вы пришли. Похлопайте себе еще раз, пожалуйста. Мы очень надеемся, что вы круто проведете время и вообще вам все запомнится и понравится, и будет очень много видосов, где у вас типа лепесток на ладошке пою. Ну что, друзья, давайте... Что? На окнах рисует, напоминая твои поцелуи. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю и... Где-то ты ничего не узнаешь, а я боюсь, что потерял тебя.
специально добрый вечер, друзья. Эй! Давайте гитару чуть погромче в зале сделаем. Да, есть такое? Да? Можем чуть-чуть? Короче, давайте немножечко повеселимся. У нас есть песня замечательная, которая нам очень сильно нравится. Она называется «Uber». Погнали. Всю жизнь мечтала об успешном мужчине, чтоб поработал на себя и со своей машиной. И пока подруги завистливо кричат, за что тебе за это досталось, ты гордо допиваешь свое пиво из банки и залезаешь в солярис. Твой парень работает в Убере, поездки с ним это 5 звезд по шкале безумия. Плевать, сколько будет стоить ожидание, если он утолит твое желание. Твой парень работает в Убере, поездки с ним это 5 звезд по шкале безумия. Плевать, сколько будет стоить ожидание, если он утолит твое желание.
летают на Майорку. Но этим сложно удивить королеву бензоколонки. Директор говорила, тебе нужны знания, не построишь семью с пробелом в образовании. Но этот изменяет с массажисткой в Антании. А твой работает в международной компании. Твой парень работает в Увире. Поездки с ним это 5 звезд по шкале безумия. Дорогие друзья, время премьер. Мы часто поем эту песню, но теперь официально она выходит в октябре. Это кавер на песню Губина «Ночь». До восхода ждать тебя на тех основах.
восхода до заката говорит мне про любовь. Нет, я не буду говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Должна меня понять, просто я устану ждать, и, быть может, навсегда. Рядом, но что-то странное, свобода от заката до восхода, за тебя надеясь вновь. Я прошу тебя, не надо от восхода до заката. Вам там не шумно, нет? Нормально все? Нормально. Ну и правильно, вы сидите, чувак. Да. Все хорошо. Друзья, трубы хорошо слышно в зале? Да, ну все. Антона, просто... хорошо слышно голос? Еще все. Бы, я так ору. Все время был замечательный исполнитель, его звали Александр Толмацкий, Децл. И давайте все вместе исполним его композицию. Слезы, моя печаль, мои грезы — это тихий рояль. Мои слезы, моя печаль, мои грезы — это тихий рояль. Я не могу спать, не хочу есть. Каждая минута несет дурную весть. Мой вид из окна напоминает тюрьму. О-о-о.
я живу, смотрю себе в зеркало. Но кем я стал, мой мир превратился в слезы и печаль. Мои слезы, моя печаль. Смотреть политику, я в западне, со всех сторон оставлены капканы. Спорить не буду, стою я в зоне неудачи. У меня нет сил на будущее строить планы. Дома скандалы, в кармане нет денег. Я говорил, что в голосе, но мне никто не верил. Мой вид из окна напоминает тюрьму, как будто мир мне объявил холодную войну. Если было так, что я Дэнсел поздравлял, если б я успел все, что хотел, в городской доске прошло бы на ноги встал. Меня бы обходили слезы и печаль. Я не знаю, как правильно жить, и никогда не полезу советом. Мне позволено петь свои песни, но все, кроме песни Т-9. Но я знаю, что мы все стараемся, мир и без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы. Мои слезы. Мои грезы — это тихий район. Мои слезы, моя печаль. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Сможем? Ну что, друзья, была замечательная композиция, которую в свое время исполняла Татьяна Буланова. Ну, хочешь, поедем? Сейчас, Степа, готов? Там ты вступаешь, в смысле играть пока. Да, точно. Можем? Ясный мой свет, и на душе мне слезу дождя на мокром окне. Ясный мой свет, и на душе мне весенним лучом на белой стене. Ты привыкай, а вот вымай, ты мой чистый кайф. Я знаю тебя, ты, baby, еще так. Я как будто болел, я замерз от твоей любви. Соберешь меня в талик, но затем порвешь на куски. Она голубая, я кока-кола сир. Она выбит из бокала, и я внутри ее мир. Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку мне напиши. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене. Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом. Как можно ярче слышишь ответ. Я не понимаю, что все это значит. Пролетели твои пули мимо. Он бежал от них, мама ми. Тебе лучше оставаться милой. По-другому ты невыносим. Мне нелегко, только чья же в том вина. Ты далеко, в целом мире без себя. И давай живу без тебя, словно во сне. Горю без тебя, словно в огне. Прошу, напиши весточку мне. И все вместе! Ясный мой свет,
пиши мне слезою дождя на мокром окне. Я сымую все, ты напиши мне весенним лучу на белой стене. Я сымую все, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Я сымую все, ты напиши мне весенним лучу на белой стене. Друзья, следующую композицию это... Сколько там, 18 песен, да? Да нормально, у меня там две, я отдыхаю, нормально. Следующую песню мы написали в соавторстве со Степаном Сергеевичем и с Валерией Литвинцевой. Все знают, что я плохо играю на акустике, Стёп. Подожди. Очень нашей вселенной, бесконечной и такой красивой. Звезды не падают с небес на землю, они просто проезжают мимо. Звезды падают на небо, на краю вселенной, слезы о любви.
Спасибо. У меня чуть-чуть поплыл монитор, я прошу прощения. Так, друзья, мы вам обещали приколы и сюрпризы. Вот вам первый прикол и сюрприз. И все, и ушел, да, просто. Короче, у нас есть замечательная вокалистка Валерия Литвинцева. Да. Пожалуйста. Привет. И у нее есть своя песня, которая называется «Не нравится». И мы вам сейчас ее исполним. Вы послушайте исполнение крутого артиста, который с нами работает, а я отдохну. Кайф. Всем же в плюс. Что, можем? Да, я просто хотел порадоваться, что у меня впервые в жизни бэк-вокалистка Антон Токарев. Yeah.
сердце. Давай оставим все, забудем номер в городе, потеряемся. Спасибо большое, спасибо. Мне очень понравилось, кстати, у тебя не очень пыльная работа, оказывается. Короче, друзья, Валерия Литвинцева! Привет, спасибо! Давай это место мне мое. Извините, дай. Пожалуйста, прошу прощения, да, мне просто сильно понравилось. Друзья, сегодня к нам пришла одна очень крутая артистка, которая в свое время согласилась на очень странный эксперимент. Вы все прекрасно, если вы отдыхаете в Сочи иногда, вы все знаете композицию «А горький вкус». Да, которая «А горький вкус». Ах ты, змея, пустила я любовный. Супер. Да. Короче, и такое бывает. В общем, мы подумали, что там же тексты любви. Вот. Короче, встречайте, замечательная артистка, которая исполнит вам сейчас кавер на эту композицию, которую мы со Степаном Сергеевичем, прости господи, сделали в подвале. Встречайте бурными аплодисментами Ника Тоника. Можно еще разочек на бис припев, пожалуйста? А горький. Ты тебя убил, теперь без сил. А я змея пустила. Друзья, огромные аплодисменты, пожалуйста.
Спасибо тебе огромное, спасибо. Отдельное спасибо за то, что идеи, которые рождаются в наших больных головах, реализуются вот так, друзья. Как вам вообще история вот эта вот? Кайф? Супер. Теперь... Ой, а у меня... Мне очень нравится, кто-то просто... Ну, молодец, девочка, ну, хорошо. Ну, как бы... Видно, что ее кормят, моют, все хорошо. Все. Да, друзья, это Ника Тоника, подписывайтесь на нее в Инстаграме. Это нам сейчас всем нужно. А можно гитару? Следующую композицию мы сделали с замечательным саунд-продюсером Герой Багировым. Еще раз, Гера, дай, пожалуйста, знать, что ты еще не ушел. Он дождался. Класс. Все мысли... Сейчас, секунду. А можно я... Мне в ухо гитару чуть-чуть. Все мысли о тебе я выкинул в окно, на грязные лужи отдал всего тебе. Потратил на того, кому был не нужен, все мысли о тебе. Я выкинул в окно, на грязные лужи отдал всего тебе. Потратил на того, кому был не нужен. Считал до десяти, не хочу тебя искать. Но теперь мне наплевать, hey! Hey! Все мысли о тебе. Я выкинул в окно, на грязные лужи отдал всего тебе. Потратил на того, кому был не нужен. Спасибо. Раз, два, три. Александра, у меня пропал монитор. Вообще. И у меня снова появился монитор. Спасибо. И пропал. И появился. Друзья, Гер, как тебе? Все нормально? Все хорошо исполнили?
Да? Меня было плохо слышно? Перепеваем заново. Все отлично, Гер, все. Друзья, у нас... Мы сегодня первый раз исполняем эту композицию. У нас наконец-то выходит фит с Владимиром Пресняковым. Если вы знаете, кто это. Мы очень долго его делали, долго готовили. Вот. Но сегодня Володя, к сожалению, не будет. Но мы исполним... Это первое исполнение вживую этой песни. Она называется «Зачем?». Мы надеемся, что вам понравится. Замечательная композиция у нас выйдет с Владимиром Пресняковым. Как вам вообще, друзья? Кайф? Гер, это вот все, вот где он? Где? А, довольный стоит, да? А? Мы в свое время участвовали в замечательном мероприятии на песне «Иванушки Интернешнл». Который день идут дожди, и пахнет морем по ночам, и по пустынным мостовым осенний стелится туман. Его случайные слова, а ты кричишь ему пусти, туман в глазах его обман.
и сердце бьется без любви. Ты беги, беги, беги на край земли, из последних сил беги. Слышишь, ты лети, лети, любовь свою. Извините, пацаны, прошу прощения. Я верну, я водой верну. А? Нет, у меня не заработал монитор. Мы можем починить Антону ушной монитор? Он не работает. Как вообще настроение? Вам не душно? Не громко? Все хорошо? Эй! Хоу! Я прошу прощения, друзья. У нас периодически, каждый раз, когда мы выступаем, у нас случается какая-то техническая фигня. Это классика просто. А у меня отлетает просто батарейка, на самом деле. Не, покусать батарейку и я могу. Супер, мало нам судебных исков. Да. Короче, у нас есть многострадальная песня, которую мы каждый концерт играем, мы еще не выпустили никак. Поэтому в этот раз у нас есть замечательный наш менеджер, директор, концертный директор Сергей. Давайте ему поаплодируем, пожалуйста. Так, который ушел курить, правильно, не такое уж и важное мероприятие в целом, чтобы на нем всем стоять в целом, да. Ну, в общем, короче, следующая композиция, она называется «Похоже». Мы ее переписали, переделали. Короче, скоро выпустим. Песня посвящается Сергею Севрюгину. Нашему концертному директору и менеджеру. Ну, как Деда Мороза. Сережа! Сережа! Сережа, выходи! Вот он, друзья мои! Bye.
Я не стану моложе, ты не станешь красивей, к сожалению, тоже похоже. Мы совсем не похожи, и скандалить в прихожей уже не поможет. Мы идеально не подходим друг другу, пока в полете фантазии ты в полет отправляешь по суду. Но я знаю, что больше нам не нужно скитаний. Мы умрем в один день и избавим других от страданий. Похоже, я не стану моложе, ты не станешь красивей, к сожалению, тоже. Похоже, мы совсем не похожи, и скандалит прихожий уже не поможет. Быстрая песня. Надеюсь, ты доволен, Сережа. Спасибо. Что, выпускаем? Класс. Супер. Там припев не тот, там припев не тот. И ушел, главное. Иди обратно. Короче, мы периодически делаем кавера на очень известные песни. Владимир Солдатов не даст соврать. Вот. И зацепило, да? Короче. Был замечательный композитор и исполнитель Юрий Шатунов. И у него была композиция «Седая ночь». Стоп, нажми на паузу, пожалуйста. Друзья, я видел, что вы, пока мы вот пели, снимали видосики и все дела, а давайте мы используем айфоны по назначению, фонарики зажжем, вот это вот все сделаем. Сделаем красивое звездное. Кто-нибудь уже купил себе новый айфон? Кто-нибудь?
Что, у нас один криптовалютчик сюда пришел, да. 11-й, хорош! Это наша тема. Вот. Класс. Нормально, потом расскажи, где брал. Короче, давайте сделаем фонарики все-все-все, не ленитесь. Ну, красиво, ну, ё-моё. Ну. Как будто сансару сейчас опять будем. Погнали. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер. И только ей знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем ни к чему, совсем ни к чему. Снова вижу тебя, который вечер. Снова вижу блеск твоих счастливых глаз. Но с тобой не вместе, но с тобой не вместе. Снова будем мы и завтра, и сейчас. И снова себя. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже ты помочь не можешь, и темнота твоя ни одному совсем, совсем ни к чему, совсем ни к чему, совсем ни к чему. И снова седая ночь. Совсем ни к чему. Спасибо. Не грусти, все будет. Я верну. Но не грусти, просто отпусти. Не грусти. Я кляну, ты снова будешь улыбаться. Я вернусь, я так хочу хотеть остаться. Но я не знаю пути, зачем так больно в груди. Прошу, мне надо идти. Не грусти. Я вернусь когда-нибудь еще. Но не грусти и просто отпусти. Не грусти. Но не грусти, все будет хорошо. Я вернусь когда-нибудь еще. Но не грусти и просто отпусти.
я разрываю снова ножи. Ты знала, что больше мне надо идти. Я верила снова в пути. Не грусти, все будет. Все будет хорошо, я вернусь. Но не грусти, не грусти. Спасибо. Следующая композиция была... У нас сейчас будет две песни, которые я написал, когда мне было лет 16. Мы решили вспомнить... Короче, есть олдфаги. Я молодежь. Погнали. В какую сторону дебать? Олдфаги. Есть ребята, которые знают, чем я... Что? Что еще раз? В середине. Все, я понял. В середине. Слева тоже молодежь. Ну, конечно. Друзья мои, короче, сейчас будет... У меня была группа когда-то очень давно, она называлась «Галерея». Yeah. И там была замечательная песня «Космонавт». Да, и, в общем, мы каждый раз перед концертом пытаемся что с ней сделать, и ничего не можем с ней сделать, поэтому я просто спою ее под акустику. А Денчик мне немножечко... Да, хотелось бы, да. Сегодня я у мамы космонавт, и мне плевать на все, я улетел. Вокруг холодный вакуум, прекрасный ландшафт. Такого не видел никто, даже Говард Лавкрафт, даже если б хотел. Сегодня я у мамы космонавт. Меня каждый день ведут детский сад, кушать невкусную кашу, терпеть толпу противных ребят и вредную няню Наташу. Меня с утра каждый день головою стучат о парты, об стены, об доски. Тупицы, дебил, идиот, мне кричат, они хотят, чтобы мой мозг стал плоским. Меня с утра каждый день ведут детский сад, и так уже 18 лет. Сочинение о том, кем хотел бы я стать, я вновь пишу свой ответ. Сегодня я у мамы космонавт, мне плевать на все, я улетел. Вокруг холодный вакуум, прекрасный ландшафт, космических тел. Такого не видел никто, даже Говард Лавкрафт, даже если б хотел. Сегодня я у мамы космонавт. Меня каждый день учителя убеждают, что космоса не существует, что небо предел, что планета одна, что так было, так есть и что так всегда будет. И каждое слово меня тянет к земле, орбиты становятся все холоднее, и легче поверить, что звезд вовсе нет среди миллионов самолетных огней. И я каждый день возвращаюсь назад, как будто у меня и вовсе выбора нет. В сочинении о том, кем хотел бы я стать, я вновь пишу свой ответ. Сегодня я у мамы, и
мне плевать на все. Я улетел вокруг, холодный вакуум, прекрасный ландшафт космических тел. Такого не видел никто, даже Говард Лавкрафт, даже если б хотел. Сегодня я у мамы космона. Гагарин был тоже когда-то мальчишкой. Писал сочинение на 4,2. 4, чтобы мальчик к чему-то стремился, а 2, чтобы знал, к чему стремиться нельзя. Среди грамматических и прочих ошибок одно лишь увидели учителя, что Юра не видит на небе границы и что его не удержит земля. Но время шло, мальчик вырос пилотом, терся кабиной об купол запретов. И на вопрос, зачем тебе это, всех награждал одним лишь ответом. Сегодня я у мамы космона. И мне плевать на все, я улетел вокруг, холодный вакуум, прекрасный ландшафт космических тел. Такого не видел никто, даже Говард Лавкрафт, даже если б хотел. Сегодня я у мамы космона. И мне плевать на все, я улетел вокруг, холодный вакуум, прекрасный ландшафт космических тел. Такого Смана. Спасибо. Как же сильно гудит. Да, друзья, сейчас нам нужна будет ваша помощь. Короче, следующая песня была написана очень давно, когда в свое время мы еще фанатели по творчеству Noize MC. А что гудит это? Гитара гудит. А можем замьютить гитару вообще? Или убрать? Она нам больше не понадобится. Никогда. Вообще, все, мы завязываем. Можно? Супер. Она называется... Помните, была передача «Сам себе режиссер»? Да, да, молодежь, ну точно. Вот я вас и поймал. Степан Сергеевич, можно спросить первый аккорд у этой замечательной композиции? Супер. Короче... Смотрите, эта песня исполняется сегодня первый и последний раз. Все, больше этого не будет. Потому что, прости Господи. Я не умею писать стихов. Я не умею считать слонов. Я не умею быть как все. Я не умею. Давайте все вместе попробуем. Там очень просто, да? Писать стихов, считать слонов, быть как все. Так, ребят, еще разочек. И! Супер! Я не считать слонов. Фотографировался голым на балконе в Ницце, бегал по отелю, приставал к старушам, фрицов горел из бара, в руках с хоккейной клюшкой. Когда я мимо пробегал в костюме Адама, ты сидела тихо, скромно, читала у фонтана. Морали этой песни сказать я не сумею, просто нормальным быть. Я не писать стихов, считать слонов, быть как все. Продолжу там, где я остановился. Пока я с голой задницей бегал по Ницце, пока ты тихо у фонтана листала страницы, я, пробегая мимо, решил охладиться. Погрузив свое тело наполовину в воду, я решил найти нормальную тему нам для разговора. Не думал я, что в тот момент оторопею, что заговорить с тобой не сумею. Я не умею писать стихов. Я не умею считать. Раз, два, три, эй! Я не умею писать стихов. Я не умею считать.
продолжая вот эту несвязанную повесть, я хочу сказать, что меня совсем уже не мучает совесть. Может, если бы тогда я тебя не встретил, так бы и болтался одиноко голышом на свете. Ты отложила книгу, посмотрела мне в глаза, ниже просто смотреть было, увы, нельзя. Улыбнулась и тоже прыгнула в воду. На этом, наверное, завершу любовную воду. Я не умею писать стихов. Я не умею. Раз, два, старик со старухой, мы не сможем поделиться жизненным примером, не сможем дать совет, как правильно строить карьеру, будем говорить, что познакомились в библиотеке, о слове секс узнали только лишь из картотеки, что было у нас с тобой в целом свидание 17, перед тем, как я, козел, полез к тебе целоваться, что бегать голышом — это неприлично, что мы уж с бабушкой знаем об этом лично, и только интернет и новости столицы будут знать про наш с тобой отличный отдых в Ницце. Я не умею. Быть как все. Так, еще раз, два раза громче, поехали! Писать стихов. Когда я был 16, я был чуть повеселее, да. Ну что ж, дорогие друзья, смотрите, сейчас у вас есть выбор. У нас есть одна композиция, которую мы зачем-то сделали. Я не знаю зачем, она мне очень сильно нравится. Такой легкий предзавершающий каверок, если хотите. Да? Или сразу лепесток 6 раз поорем. Нет? Что? 10 раз. Все, да, договорились. Что? Что? Важное объявление, дорогие друзья. Дело в том, что наша группа официально больше не исполняет композицию «Три пути». Как бы так сказать-то? Ходить? Зато можем песню «Шамана» спеть, вот если ходить. Как бы, да. Как бы аккуратней так, да. В общем, оказывается, не у всех людей есть ирония. Ну, можем сейчас. Hey, oh. Hey.
уберем мобильный телефон. Прямо сейчас. Спасибо большое. Все. Спасибо. Все уберем мобильный телефон. А то как мама сына будет ждать вообще?